Катюша, ты цела? Мне страшно. Где мамочка? В доме должна быть моя дочь. Ее надо найти. Я звоню, а у нее телефон не отвечает. У тебя нет дочери-то. Ты же бездетный. Ты что, забыл? Ну как ты, Катюш? Ручки болят. Обожгла, да? А, скажи, Кать, а ты видела, как начался пожар? Я играла у себя в комнате, а потом дым. Я испугалась. Ну все. Теперь же нечего бояться, да? А где Лариса? Лариса? А это кто? Ну, мама моей мамы. А, бабушка твоя? Так нельзя говорить. Лариса ругается и больно бьет, когда ее называют бабушкой. Носите. Тело сильно обожжено. Судя по всему, женщина пыталась спастись, но не успела. Слушай, а эта комната пострадала больше всего. Ну вот непонятно, откуда началось возгорание, а? Рит. Ау. А это не может быть причиной вскрытия? Сигареты и спички. Слушай, а что, если это банальный несчастный случай, а? Смотри, женщина читала, курила, уснула и подожгла диван. А? Возможно. Майор? Да. Вы Георгий Михайлов, муж погибший? Да, я работаю в местном отделении полиции. Ушел в ночную смену, и вдруг сообщение о пожаре. Вот я прибежал. Тут 2 шага ходу. Сочувствую. Скажите, это ваше? Нет. Это дорогие сигареты. Я курю, что попроще. То есть вы курите? Курю. Курите дома? Нет. На улицу хожу, чтобы тут не дымить. А ваша жена, она курила? Давно бросила. Может, кто-то из домашних? Дочка никогда не баловалась. А, кстати, о дочке. Вы не можете пояснить, почему ваша соседка говорит, что у вас нет детей? Понимаете, Вика – дочь моей жены Ларисы. Я ее воспитываю с 11 лет. И хоть не удочерил, но всегда считал ее родной. А Катя? Она дочь Вики, моя внучка. С ней все хорошо? Да, не волнуйтесь, мы отправили девочку в больницу, но на всякий случай там ряд анализов. Грибной супчик. Лариса варила. Теплый еще. Я грибы не ем, а девочки мои очень любят. Я больше не хочу так жить, простите меня. Так всем будет лучше, я только мешаю вам. Позаботьтесь о Катюше. Что это? Ну что ж, получается, это самоубийство? На записке есть отпечатки 2 человек. Самой погибшей и неизвестного человека. К тому же чернила не свежие. Записки как минимум месяц. Ну что, Валь? Причина смерти – болевой шок от ожога. У нее обожжено 80% тела. Токсикологию закончила? Да, только что. У нее в крови обнаружен димедрол. Жертва могла спать, когда начался пожар. Так. А могла она в таком состоянии сама себя поджечь? Вполне. Количество небольшое. Она могла спать, но могла и бодрствовать. А что с сигаретами? Она курила? Ни на губах, ни в легких, ни в моче погибшей. Никотина нет. Да, хорошо, я выясню. Ваша жена что, принимала димедрол? Да. У нее аллергия была на тополиный пух и пыльцу. Вот здесь. Нет, спасибо, я сама. Это? Да. Пустая упаковка. Угу. А, кстати, что по поводу образцов почерка? Я отдал несколько писем вашему сержанту. Там, как и вы просили, есть и мои открытки, и то, что писала Вика. Да, да, вот. Это мобильный Вики. Что? Я сам ей подарил. Вот почему я не мог дозвониться дочке. С ней что-то произошло. Я лучшая подруга Ларисы была. А она никогда не говорила, что хочет покончить с собой? Да Лариса, если захотела бы, она бы сама тут всех поубивала. Ну а все-таки мы нашли прощальную записку, и в ней говорится, что она не хочет никому мешать. Ну как? Ты ее Жорка, подлец, довел. Креста на нем нету. Господи, мне даже голова закружилась. Сержант, принесите воды свидетелю. Странно. Георгий так переживает, помогает следствию. Кому верите-то? Вы знаете, что Жорка-то с Викой нянчился. Внимание-то уделял больше, чем жене. Вы делаете выводы-то, молодой человек. Вы на что намекаете? А что тут намекать-то? Сколько историй-то, когда отчим с падчерицей спит. Вы телевизор-то включите. А какие отношения были между Викой и Ларисой? Ну, Вика-то девка оторви и брось. Она с матерью совсем не считалась. Да. Тут перед Жоркой все своим хвостом крутила. А кто отец Кати? О, правильно мыслите. Вика забеременела в 18 лет, принесла в подоле. До сих пор никто не знает, кто постарался. А Катя, ой, как похожа на Георгия. А она опять беременна, не пойми от кого. Вика беременна? Да, пузо огромное, скоро рожать. И все это на Ларисину голову свалилось. Ну что, Валь? На халате погибшей и обивке дивана я обнаружил катализатор. Так что, Николай Петрович, это был точно не несчастный случай. Что это за вещество? Бензин. Я не смогу установить точное октановое число, там все прогорело. Но я обнаружила следы тетра- и тилсвинца. Антидетонационная присадка. Да, и очень токсичная. Дешевый бензин. Да. Ясно. Спасибо. Что-то известно по Вике Тумановой? Мне сказали, что она на 8-м месяце беременности. Телефон выключен, никто из знакомых ее не видел. Мы объявили розыск. Судя по тому, что Власова нашла осколки ее мобильного, девушка была дома за некоторое время до пожара. Может, она поругалась с матерью, а та из-за этого покончила с собой? Самоубийство можно исключить. Лариса не писала эту записку. Вот смотри, разный наклон и нажим. А вот здесь вот вообще другое написание. Кто же автор? Среди бумаг, изъятых дома у Тумановых, есть открытка, в которой Вика поздравляет свою дочь с 7-летием. Посмотри. Значит, прощальную записку писала Вика. Ну, скорее всего. Неизвестные отпечатки из записки полностью совпадают с отпечатками на этой открытке. С днем рождения, солнышко! Ты купила мне эту куклу? Нет, мила, это же слишком дорого. Может быть, позже. Дедушка! Сколько тебе говорить, он тебе не дедушка. Моя кукла. Спасибо тебе большое. Что бы мы без тебя делали? Она такая счастливая. Ты что, совсем спятил? Такие дорогие подарки делаешь? Ну ведь у Катюшки день рождения, кто же ее порадует? Отец должен делать такие подарки. Может, ты и есть отец, раз так стараешься? Ну что у тебя? В грязном сучке Кто-то заботливо размешал димедрол. Такой суп убить, конечно, не может, но усыпить запросто. Возможно. Вика подмешала снотворное в суп, дождалась, когда мать уснет, и подожгла ее. Может быть и так. Но вот только вот на кастрюльке, на ложке, на ноже отпечатки только Ларисы. Никто другой там не засветился. Стоп. Антонов говорит, что обнаружила димедрол в крови Ларисы. Никакого грибного супа в желудке не было. Жертва получила снотворное в виде порошка или таблеток, растворенного в воде. Данилов нашел орудие убийства. Вот в этой бутылке был бензин. И, судя по всему, жертву облили из нее. Правда, отпечатков нет, все сгорело. Единственное, что осталось, вот эти вот куски тряпки. А вот наш погреб. Всю консервацию здесь храним. Я помидор хорошо закрываю. Лариса капусточку делала. А это что? Это мы домашнее вино здесь храним, чтоб свет его не испортил. Попробуйте, хорошее. У меня в делении все его любят. Да нет, мы улики не употребляем. Значит, вино, да? Неужто испортился? А это уже бензин. Ну, откуда он тут? Кто у вас в семье водит машину? Только я. В автобус фэс. Ну, пойдемте, посмотрим ваше авто. Марина, скажите, как долго вы с Викторией Тумановой снимали в Москве одну квартиру? Где-то около года. Вика в кафе работала, а я в институте учусь. Угу. Ну, наверняка вы, как подруга, в курсе ее личных дел. Ну, мы особо не дружили. Душу она мне не раскрывала. Но я не глухая и не слепая. Это хорошо. Давайте поподробнее. Ну, мне кажется, у Вики было два любовника. Один Валера, хозяин кафе, в котором она работала, а второй какой-то Гоша. Так, а Гоша это кто? Да я толком не знаю. Она все щебетала, когда он ей звонил: Гошенька, Гошенька, бегала к нему на свиданке, а возвращалась все время с какими-нибудь деликатесами, то с джинсами новыми, ну и иногда мне долги возвращала. То есть он давал ей деньги? Ну, это хорошо, когда мужчина не жадный. Я вот, к примеру, в своих джинсах уже второй год хожу. Сочувствую. Еще Гош какой-то нарисовался. А что с биллингом, Вики? А, сейчас. А, где же он? Вот. Вика очень часто созванивалась с неким Валерием Носовым. 38 лет, женат, владелец кафе. Ясно. Любовник номер один. Ну да. Иногда с матерью. Но очень редко. Почти каждый день созвонился со своим отчимом, Георгием Михайловым. Георгий, это ведь Жора, так? Вот она, ласточка моя. Старенькая, но на ходу. Скажите, Георгий, какие отношения вас связывают с Викой? Она у вас явно вызывает нечто больше, нежели отцовские чувства. Вы что говорите? Вика мне словно родная. Тут соседи судачат ваши. Это все подруга Ларискина, Машка. Накрутила мою жену, а она, дура, поверила. С ума сходила от ревности. Ну как такое можно предположить, а? Пробовал автобус. Не знаю, в жизни всякое бывает. А вот лучше бы и не было. Я сам полицейский. И много негодяев на своем веку повидал. Но я порядочный человек. А как складывались отношения между Викой и Ларисой? Плохо. Лариса выгнала дочь, как только Катюшке годик исполнился. Сказала, что Вика должна зарабатывать деньги. То есть Вика уехала в Москву, а вы ее навещали? Вот вы сейчас опять не то подумаете. Я просто подкидывал ей деньги. Хотел как-то порадовать подарками и гостинцами. В столице жизнь не сахар. И она называла вас Гошей? Да. Все Жорой зовут. А ей не нравилось. А то, что по имени, так я в семью пришел, когда она уже взрослая была. Уже поздно было папенька кликать. Капитан. Я очень переживаю за нее. Скажите, Валерий, какое количество времени в вашем кафе проработала Виктория Туманова? Ну, где-то год. И, как я понимаю, она у вас не только работала, но и вы были любовниками. А что такого? Чего? Девка смазливая. Только вот проблемы с ней начались. Заявила, что она беременна. А как я понимаю, проблемы вам не нужны, так? Вы нервничаете сейчас? Курить хотите? Да. Курите? А вот за это большое спасибо. Мне нужно взять ваши отпечатки пальцев. Да, пожалуйста. А зачем мне проблемы? Я ведь женатый человек. Ну, а что вы решили с ребенком? А я тут при чем? Мне, наверное, много мужиков было. Я что, крайний? Кто последний, тот папа? Нет, со мной это не пройдет. Угу. Снимите, пожалуйста, ваш левый ботинок. Вот зачем? Нужно для дела. Снимайте, снимайте. Это же не трусы. Пожалуйста. Спасибо. Ну, я так полагаю, Виктория сильно расстроилась. О, еще как. Я ее тут уволил на днях, чтобы не мешалось. Что вы говорите? Она стала угрожать. Заявила, что жене все расскажет. Нашла мой домашний телефон. Хорошо, что жена была в Турции. Иначе попалился бы. Здравствуйте. Меня Вика зовут. Мы с вашим мужем любим друг друга. У нас будет ребенок. Я знаю, что вы его не отпускаете, но имейте гордость. Он с вами только из-за чувства долга. Скажите, Валерий, а вы всегда курите эти сигареты? Да, а что? Нет, ничего, просто на месте пожара были найдены такие же. Он был вдали. Отпечатки ног совпадают с отпечатками у крыльца. И пальчики на входной двери. Подожди. Здесь какое-то недоразумение. Да, я был в доме, не отрицаю, но прикиньте, девка совсем ранцы попутала. Надо было все разрулить и на место ее поставить. Ты и второго ребенка хочешь мне на шею повесить? Не нужны мне твои подкидыши. Ну это же твои внуки. Я слишком молода, чтобы иметь их. Мне достаточно Катьки, которую я терплю и воспитываю. Ты думаешь, я не вижу, что она с каждым днем все больше на Жору похожа? Опять ты за свое сколько раз тебе говорить, ее отец из города был. Да, только его никто не видел. Ой, это же Жора подарил. Ой, Жора подарил. А что он тебе еще-то подарил? Вот твои подарки, вот твои подарки. Ты совсем свихнулась от своей ревности. Может быть, и это тебе Жора подарил? Он все вокруг тебя вертелся. Я так и знал. Тебе от меня только бабки нужны были. Не получится. Валера, не слушай ее. Я тебя одного люблю. Разыгрываю спектакль перед отцом ребенка. Может, это на нее подействует. Спасибо, что открыли мне глаза. Хорошая из вас бы теща получилась бы. Ну, семейка. Николай Петрович, слушай, у Носова нет никакого мотива убивать Ларису. Да, он скорее бы убил бы Вику, которая могла испортить ему жизнь. Вот именно. И еще этот суп с димедролом. Что-то мы упустили. Николай Петрович, я сравнил бензин в бутылках из погреба Тумановых с бензином из машины Носова. Это разные составы. А из бака Георгия Михайлова? Так. Совпадает. А может, это отчим на пару с Викой решили убрать Ларису? Хотя, как можно верить в эти сплетни, да? Формально у Георгия есть алиби. Он был на дежурстве. Но людей в отделении немного. Он легко мог незаметно уехать и через полчасика вернуться. Что касается его отношений с Викой, надо сравнить ДНК Кати с ДНК Георгия. Если он отец девочки, мы это узнаем. Очень интересно. Смотрите, оказывается, наш любовник 1 и любовник 2 были знакомы. Вот по сводкам, смотрите, полгода назад была драка между Носовым и Георгием. Георгий милиционер. Для Носова это могло плохо закончиться. Вот именно. Георгий почему-то забрал свое заявление и всячески пытался замять это дело. Странно, да? Угу. Я не понимаю, как бензин из моей машины попал в эти бутылки. Скажите, это вы убили жену? Да вы что? Я никогда голос на нее не повысил. Не то что. А как насчет вашей драки с Валерием Носовым? А, вы все-таки раскопали? Конечно. Да, я как-то приехал навестить Вику, а она в слезы. Говорит, что снова беременна. На этот раз от хозяина ее кафе. Но я решил с ним разобраться. Прекрати морочить девочке голову. Да, сама не против. Она же ждет от тебя ребенка. Как порядочный человек ты должен… Да ничего я не должен. Все было по обоюдному согласию. Ты негодяй! А почему вы не дали ход этому делу? Из-за Вики. Все, что я делал, всегда было ради семьи. Привет. Ты чего здесь? Ты же в Москве должна быть. Гошенька, у меня к тебе просьба. Забери, пожалуйста, заявление против Валеры. Если на него заведут дело, он вообще перестанет со мной общаться. Бросит меня. Вика, он же подлец. Разве ты не видишь? Ну, я люблю его. Ну, хорошо. Хорошо. Я все улажу. На бутылке полно отпечатков, и все принадлежат только одному человеку – Ларисе Тумановой. В сарае был найден еще и шланг. Через него сливали бензин из бака. Так вот, на шланге осталась слюна. Я из этой слюны выделил ДНК. Именно Лариса переливала бензин из бака. Да, она была в больнице, представилась там фамилией Носова, любовнику своего, поэтому мы нашли ее не сразу. В больнице? Да, Вике показалось, что у нее начались преждевременные роды, но, в общем, ложная тревога, и все нормально, сейчас ее допрашивает Круглов. Когда Валера уехал, мы с мамой совсем разругались. Я не смогла больше дома оставаться. Я села в автобус, мне по дороге плохо стало. Может, вы объясните, почему прощальная записка вашей мамы написана вашим почерком? Потому что это я ее написала. То есть вы признаете? Мы с мамой очень часто ругались. И Валера не хотел разводиться, и ребенка не признавал. Я решила покончить с собой. То есть вы писали это про себя? Я написала записку и пошла в лес. Повеситься хотела. Почему передумали? За мной Катя увязалась. Она как будто почувствовала что-то. Сколько я ее не гнала, у меня не получилось. И записку к этому времени кто-то уже нашел? Мама. И как всегда посмеялась. Что у тебя там? Покажи. Ну? Я так и знала. Слабачка. Даже на это ты не способна. Мам, ну неужели ты меня совсем не любишь? Твоя мама хотела умереть, чтобы не мешать нам жить. Но передумала. Будет и дальше нам мешать. У тебя совсем нет сердца! Гореть тебе в аду! Это я виновата в том, что случилось. Я все время говорила, что сожгу себя. И видите, как вышло. Я не очень понимаю связь. События материализуются. И если все время говорить пожар, то он и случится. Ладно, оставим это. Расскажите про ваши взаимоотношения с отчимом. Только Гоша меня и поддерживал. Но мама все время гнобила его за это. Говорила, что я у нее мужа хочу увезти. И ваша мама не хотела, чтобы вы вернулись домой еще с одним ребенком? Да я и сама не хотела. Только мне идти некуда. Ой, больно. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Надо срочно везти Вику в роддом. Вот и отошли. Так а если она в машине рожать начнет? Может, скорую? Скорая может в пробку попасть, так будет быстрее. Ну что, теперь все более-менее ясно. Лариса сама набрала бензин. Сама припрятала прощальную записку дочери. Сама приготовила снотворный супчик. Ну, и собиралась заживо сжечь свою беременную дочь. Ну, в общем, очень даже похоже на то, потому что Вика несколько раз угрожала тем, что сожжет себя, плюс записка. В общем, все выглядело бы как самоубийство. Муж в этот вечер должен был быть на дежурстве, грибной супчик он не ест, но все почему-то пошло наоборот. Мне прислали кровь девочки. ДНК Кати не имеет ничего общего с ДНК Георгия Михайлова. Это не его дочь. Напрасно, Лариса. Подозревала мужа и Вику. Надо же было так себе накрутить. Есть еще кое-что. Вместе с анализами мне прислали ее медицинскую карту. Так вот, на руках у девочки были обнаружены расчесанные ссадины. Как будто их что-то разъело. Вплоть до язвочек. Ты думаешь? Я позвонила в больницу. Катю сейчас привезут к нам в ФЭС. И надо смотреть ее комнату. Мы и так уже перевернули все вверх дном. Чего искать-то? Или мы уже ребенка подозреваем? Здесь отпечатки детских пальчиков. И что-то бурое на них. Ну ничего, сейчас будет полегче. Скажи, ты помогла в тот день Ларисе варить суп? Она ведь умерла, да? Можно я теперь буду ее называть бабушкой? Думаю, что можно. Бабушка сама варила суп. И соседка по телефону разговаривала. С этой противной, которая всегда про мамочку плохо говорила. Повезло тебе, Маш? Угу. Да я с Викой опять разругалась. Да она из-за этой своей беременности совсем чокнутая стала. Угрожает опять самоубийством. Ну а что я могу? Не буду же я за ней каждый день сидеть. Да меня еще эта аллергия замучила. Только таблетками и спасаюсь. Пойду прилягу перед ужином, посплю. Бабушка обманула. Мама совсем не хотела умирать. Наоборот, она мне обещала, что у меня теперь будет братик, и все будет хорошо и весело. Катюш, а ты видела, где бабушка хранит бензин? Бабушка меня не замечала. Думала, что я глупая. Но ты же взрослая. И знаешь, для чего можно использовать бензин, да? Я по телевизору видела, как поджигают дома. Бабушка хотела убить маму. Она нас не любила. Я проверила пробы со стекла. На них кровь Кати и бензин. Кричала: горит тебе в аду. Вот и бабушка сгорела. А мой братик уже родился?